Всем доброе утро! Начинаю новый влог. Девочки мои хорошие, завтра у моего сына день рождения. И, в общем, в основном в этом влоге будет снято все, что касается дня рождения. Я сегодня собираюсь к дочке ехать. И поэтому это видео выйдет немножечко с задержкой, потому что я думала, что я поеду к ней на субботу-воскресенье, но переиграли, в общем, я еду к ней на пятницу-субботу. Хотя вообще должна была уже что-то к воскресенью смонтировать, выложить вам. Но немножечко задержится, ничего страшного. Что касается дня рождения сына. Я знаю, что сын это видео будет смотреть. Сыночек, я тебя поздравляю с днем рождения. Завтра я тебя увижу и обязательно тоже поздравлю еще раз. Желаю тебе здоровья, обязательно счастья и успехов во всем, чтобы все твои дела сбывались, все твои мечты сбывались. И все твои планы сбывались. Самое главное, ты планы строй, не бойся, мечтай, не бойся, и пусть это все сбывается, чтобы все у тебя было хорошо. Целую, мой дорогой. Я вчера с сыном разговаривала по телефону. Ну, в общем, он сказал, что соберутся родственники, соберемся мы у дочки. В общем, семья соберется, наша семья, близкие люди. И я спросила, что приготовить. Он говорит, ничего не надо готовить, я сам все закажу. Там шашлык, машлык, в общем, что-то собирается заказать. Так что салатики нарезать не будем. А при том, что салатики уже, наверное, поднадоели. Новый год, их еле-еле, еле-еле доели. Надоели уже. И оливьешечки, и винегретики. Ну и слава богу, что я ничего не буду делать. Вот, просто овощи, там, мясо, что-нибудь придумаем. Ну и хорошо, мне меньше заниматься занятиями. Ну а к дочке я поеду, сегодня отпущу ее погулять, пусть она отдохнет немножко, развеется и немножко, потому что ну, от детей, конечно, это вот такая голова, куда подеваться. Дети есть дети, но в общем надо отдыхать иногда и от съемок, и от детей, и от всего. Подарок я сыну приготовила, подарок от Faberlic. Кто смотрел видео, я уже показывала, там, где я показывала свой заказик и показывала, что я, в общем-то, сыну буду дарить. Там наборчик мужской, уходовый от Faberlic. В общем, девочки, пока что никаких у меня планов нету, мне ни о чем не просили, я ничего делать пока вроде не собираюсь, но соберусь уже, когда приеду, увижу, я сама себе дела нахожу, где-то что-то убрать, где-то что-то прибрать, что-то приготовить и так далее. В общем, моя задача на сегодняшний день, это вот Денечка со мной будет, и что-нибудь приготовим, покушаем, в общем, увидим, что будет. Оставайтесь дальше со мной. Да, еще что хотела сказать. Я сегодня прочла комментарии, мне сегодня вышло видео. И вот, знаете, что просто вот очень-очень хочу вам сказать. Девочки, первый комментарий, который вышел, пишет не торты, а торты. Ну, блин, я привыкла уже говорить торты. Вот это, я когда что-то говорю, я думаю о том, что я говорю. А если я еще буду думать, как говорю, при том, что, ну, вот как привыкла по жизни, так вот и произношу. Ну, у кого-то, может быть, я же говорю, у всех разный лексикон в разных регионах. Ну, уж смиритесь. Но меня порадовал один комментарий, где девушка написала, я очень жду с нетерпением ваших видео. И я уже привыкла завтракать прямо под видео. Оно меня вдохновляет, поднимает настроение на целый день. И, в общем, спасибо вот за такой комментарий. Такой комментарий меня действительно тоже подбадривает, потому что, когда меня начинают исправлять, что я что-то не так говорю, или пишут, что там не нравится, как я говорю, что я говорю, ну, что-то не нравится. В общем, у меня падают руки, падают крылья, ничего не хочется снимать, и не знаешь, как это все говорить. В общем, никакого вдохновения. А когда мне пишут подбадривающие слова такие, спасибо на добром слове, вот меня действительно это вдохновляет. И вот благодаря вот этому хорошему комментарию я сейчас сижу перед вами в хорошем настроении. Поэтому давайте хорошим настроением делиться друг с другом, девочки. И вам хорошо, и мне хорошо. Всем будет хорошо. Ну все, я продолжаю собираться. Смотрю погоду на ближайшие дни. У людей зима как зима, у кого-то минус 40, в Москве снег, а у нас сегодня-завтра дождь.
плюсовая температура. И ближайшую неделю тоже плюс один, плюс два. В общем, дожди. Ну что, девочки мои, вот целый день я сегодня у дочки. Уже вечер на улице. Она ушла гулять, мы тут с Дэнни. Дэнни уже искупался. Компот я сварила, на балконе остывает. И мне сегодня больше нечего делать. В общем, сейчас посмотрим телевизор туда-сюда и спать будем уже Денечку укладывать, да, зайка моя? Да. Вот, и все. Ну, самое интересное начнется завтра, а сегодня мне нечего больше снимать для вас. Так что до завтра. Всем привет. Всем привет. Мама. Ну, Денечка жует у нас. Кошечка наконец-то угомонилась. Целый день орала сегодня, ходила. Вот, то ли она устала, уснула, то ли просто уже уснула. Привет, привет! Привет! Привет. Гости собираются. Привет! Да, давай. Давай, дорогая моя. Привет, Тимурчик. Вы на канал Селена свой давай. Не забывайте, подписывайтесь. Да, все там. Мамачоли это. Давай. Как говорить, чтобы дети слушали? Получается? Очень читала. Так, Настюля у нас кино смотрит. Ну, вот сейчас будем столик накрывать. Уже гости подтягиваются. Шашлык пришел уже, картошка варится. Все хорошо. Все кушают, давай садись, поешь, а потом пойдете играть. Ладно? Так, решили детей покормить, чтобы пошли они играться, уже не мешаться. Тимур кушает. Так, дочь с сыном тут нарезают, там салатики, малатики, все кто-то дела. Кто-то нарезает, кто-то уже кто-то покушивает что-то там. Кто-то на телефоне, еще не все подтянулись. В общем, пока не начали петь, показываю, девочки, вот мы уже сейчас готовимся к торту. Все наши в сборе, веселимся, радуемся и все. Днем рождения тебя, днем рождения, Виталик, днем рождения тебя. Загадываем желание. Давай. Давай. Подожди, Виталик первый. Папа взял микрофон, так. Куда меня не стали, я буду петь голосами.
моих детей, и голоса других детей, нас просто нет, не станет. Таков закон сансары, круговорот людей поймал. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто нет, не станет. Таков закон сансары, круговорот людей. Целуемся, пока, пока. Все, давайте, ребята. Все, провожаем одних гостей уже. Давай, Кристина. Дольче, Кристина. Ну вот я и дома, девочки. Прекрасно провели вечер. Хорошо так отдохнули душевно. Всей семьей. Ну вот кроме нашей семьи, там Кристина была. Ну Кристина тоже уже как член семьи. Она кума. Потом выросли вместе. И мой сын, и дочка, и Кристинка. Так что Виталик пригласил Кристину к себе на день рождения. В общем, она тоже была. И... очень замечательно провели вечер. Вообще, честно говоря, очень хорошо, конечно, что у моей дочки появилась вот такая вот просторная квартира, где мы можем собраться всей семьей, и детям есть место, где там разгуляться, поиграться. И взрослым, и караоке есть. В общем, караоке пели все, честно говоря, вот напелись все от души. К сожалению, не всех мне удалось снять, и я там пела, и меня там кто-то снимал, но этих кадров у меня сейчас нету, а я хочу сейчас это видео завершить. Если у меня эти кадры появятся, я их, может быть, выложу в Инстаграм. Ссылочка на Инстаграм у меня внизу. Заходите, подписывайтесь. И я там иногда, очень редко, но что-нибудь иногда выкладываю. Даже Настюха и то там что-то спела. Ну, там я краешком где-то там как-то сняла уголочек, как мне было видно. Не очень удобно. Но не было времени у меня, честно говоря, брать камеру и снимать, потому что я там как старший человек, я должна где-то там следить, чтобы вовремя там что-то на стол подать. На стол мы особо не накрывали, сын заказал шашлык, там еще курочка была, еще там были овощи, что-то еще там, в общем, прекрасно поели, картошечку там сварили, салатики нарезали, все это так по-семейному, ничего особенного не наготавливали заранее, в общем, я, когда у меня дети сами там уже себе стол организовывают, я вообще туда не лезу, я могу предложить только свою помощь и все, но самое главное, что прекрасно пообщались, повеселились, все было здорово, и, в общем, настроение у всех отличное, хорошее, и все довольны. Ну, а я на этом, девочки, хочу видео свое завершить. Оно, возможно, будет коротеньким, потому что там не наснимала я, как хотелось бы. Но, по крайней мере, вот это видео, как день рождения сына, отдельным я его и выложу. Продолжать этот влог я уже не буду, потому что следующий влог я начну, это уже отдельные темы будут. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Хочется спать уже. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан. До новых встреч. Пока-пока.